начался драк, я так понимаю. Сейчас посмотрим, как они едут. Стартуют по две машины. Я так понимаю, кто быстрее. Просто прямая. Поехали. УАЗик, блин, идут наравне. Нет, УАЗик победил. Вот, две буханки, хоть равноценные соперники. Правда, у одного земли вон там на бампере полно. Та быстрее идет, да. Хотя, та ты шо, ну давай, давай! Та ты шо, он его обошел. Да. Ты эта серая буханка сделала его все-таки в итоге. Красавец. Здесь Мерседес куда-то едет. Просто так. О. Сейчас посмотрим. Белый Волк и Рубикон. Паттайя. Машина. Блин. Не хочу подходить ближе к старту. Музон играет там. Белый Волк стартанул быстрее. Хотя, елки-палки, нифига себе. Я бы сказал, что Рубикон... Ох ты ж. По-моему, Рубикон победил. Бизон и Чероки. Да, Чероки, блин, явно быстрее. Пошел. Он не мог с Зилом. Подожди, что такое? Сейчас Зил. Да, Зил, блин, стартанул позже. Надо было перезаехать, блин. Сюда тупанул на старте, поэтому не мог, в принципе, выиграть. Бобик, кто будет соперником Бобика? Пока что-то желающих нету. Да кто там? Тойота пытается выбраться. Тойота все пытается выехать. Что с драгом? Где соперники? Бобик с Рубиконом. Ой, это будет интересно. Рубикон так мчался, что капец. Посмотрим, что на что Бобик может. Потому что их трое там. Один явно лишний. Ох ты, блин, Бобик, моща. Короче, сделал он Рубикона. Спокойно. Белый Волк. Тойота. С ним поедешь, что ли? На трассе машина. Чероки и Бобик. Тоже интересный заезд такой. Ого. Ну а тут, блин. Конечно, мощил. У Бобика капец. Thank you.
Бобик пытается выехать там, где он не мог. Ох ты, выехал, отлично, с первого раза. Красавец. А здесь у нас Toyota стоит на старте. И пока что больше никого. Ровно пока. Toyota впереди. Да, Toyota победила в этом заезде. Паттайя и Чероки. Паджеро Спорт победил. Патруль и Бизончик. Блин, ну Патруль вырвался так отлично вперед. Там явно двигло помощнее. Бизона там какой-то спринтеровский, по-моему, 2.2, если я не ошибаюсь, по дизелю от Мерса спринтера. Чероки и Патруль. Блин, Патруль явно мощнее. Здесь Бобик несется куда-то. Вот, так, следующие. Toyota и Сангьонг это какой-то, по-моему, там. Кореец. Кореец, блин, Land Cruiser делает. Да. Еще один Чероки и Патруль. А вот и тоже интересная пара. Бобик и Багги Шарк сейчас будут тут нестись, блин, очень быстро. Поехали. Бобик первый. Следующий Луаз и Патруль. Там Патруль в три раза больше и тяжелее. О, тут обратно едут. Кто, короче, куда? Их там уже трое стало. Наверное, Чероки. Ну, Вадик. Хотя, блин, он как несется. По-моему, Чероки все-таки чуть-чуть буквально там на пол корпуса нам опередил. Багги Шарк и Патруль. Ой, где там они? Вот они. Патрули тоже там, ну, совсем на чуть-чуть опередила. Toyota Сангьонг.
Санг-Йонг победил. Так, видите, что такое? Бобик с кем-то другим хочет ехать. Что-то не устраивает Крем. С патрулем, наверное, он с тем, что там съезжает с горы. Блин, ну... Я даже не знаю, кто победил. Как-то они совсем одновременно финишировали. Непонятно, кто. Надо фотофиниш. Бобик еще раз хочет поехать. Так, где фокус? Вот фокус. Бобик и Чероки. Куда? 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 Назад! Не, он просто поехал. Значит, Бобик и патруль. Еще раз. О, ну тут, конечно, уже он стартанул поярче. В прошлый раз. Так, тоже непонятно. Там на, буквально на последних метрах патруль его догнал, а обогнал или нет, непонятно. Шишига и кто? Ох, а что он так дымит? Зил, что ли? Шишига и Зил, что-то я, блин, старт пропустил. Разевал. Шишига пока что впереди. Причем намного. Еще раз Шишига и Зил. Что-то подотстал. Зил победитель. Багги Шарк vs Чероки. Багги Шарк, я думаю, победит он. Он быстро едет. Еще раз. Но тут не поменяется картина, я думаю, никак. Да. А что случилось с Бобиком? Что его тянет? Он не мог. Что-то, блин. А, вон, что-то дергается, не может завестись. Но дым пошел вроде бы, да, завелся. На старте буханка, второго пока нет, или вот Крем этот поедет с ним. Да, похоже, что Крем, или нет, или вот этот Уазик, наверное, едет. Вот Крем там явно помощнее, чем эта буханочка, намного. Ну да, они едут. Танка раньше стартанула немного. Ну да, что и следовало ожидать. Тут Нива красиво шла. Ой, а там понятно финишировал-то. Нива вообще решила сама поехать. Пока там... Вытащили или завели, точнее. У вас Чероки.
стороне. Все-таки нет. Значит, у вас газ. У вас выезд газ. Оба, по-моему, из Бобровицы автомобиля. Ну, за рулем уже не пацан там, а его, я так понял, отец. Все, уже тут стрёмно, наверное, малому давать на такой скорости гнать. Ай, блин, УАЗик застрял на старте, капец. В общем, победил газик. А УАЗик там что-то или что-то сломалось у него, что-то он. Да, что-то там с УАЗиком произошло. Кардан отвалился. Сейчас починят и поедет дальше УАЗик.